В эти выходные Саров принимает на своем льду давнего противника – ХК «Спартак» Тумботина. 2 года подряд команды делили между собой 3-е место. В 2019 году в борьбу вмешался коронавирус. А в прошлом году Саров выиграл у «Спартака» медаль за 3-е место. Игра обещает быть напряженной. Наши ребята расслабляться не намерены и к тренировкам подходят ответственно. Всегда готовимся. Любая команда, независимо, там 1-е место, турнир таблицы, последнее, всегда настраиваемся хорошо. Лидеров прошлогодних чемпионов финалистов обыграли. Говорим, чтобы как бы корону на голову не одевали, что выиграли, молодцы, и сезон только начался. Нагрузки в период тренировки наша команда распределяет дозированно. После игр темпы подготовки сбавляют, дают время ребятам отдохнуть, а к середине недели увеличивают. Непосредственно перед матчем отрабатывают уже тактические моменты. Из года в год залог хорошей игры наших ребят и достойного противостояния – поддержка болельщиков. Уважаемые болельщики, уважаемые саровчане, в ближайшие выходные будет домашний тур чемпионата области среди мужских команд высшей лиги. Приглашаем вас всех прийти поболеть за наших воспитанников, за своих детей, за родственников. Просто получить заряд положительных эмоций. И, естественно, не забываем про санитарные нормы. Игра пройдет уже в эту субботу, 18 декабря в 14 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам о вакцинации или об иммунизации, без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.